Эссенси Тотара. Вокзали Татвала. Бензин чистый, как вода Ниагара. Летит сквозь дым перегара. Какие, блядь? Я вам сейчас таких спидхаков понахерачу, блядь. Вам на, блин, М4-ить можно, мне нельзя. Сейчас у меня тут серьезная битва с доджом. Которого ник танк. Да, вспоминаю этого потом. На черном вроде, нет? Да, черный босс. Потом он откроется, я отвечаю. Мне он открылся. Только толку не будет от него. Как коллекция только? Ну, делаю этого чувака, допустим. Теперь золото. Это, кстати, все гонки на выбывание. Кстати, трасса одна и та же. А, ну да, точно. Потому что это не следующая же гонка. Следующая гонка уже будет в другом месте. Небо красное еще какое-то. Да, там бывает такое, там и розовое я ловил. Вечер, что ли? Или ночь? Ого. Вечером же небо красное становится. Я еще какой-то этот Иван Иванов подписался на меня, по-моему. А? Знаешь такого? Нет. Ну ладно.
слабый, но придут назвать. А тут чувака на зеленом дадже впилил в стенку. Сам впилился, ну ладно. Прохожу я сейчас пока что на расслабоне просто. Не косячу, ничего не делаю, вроде все нормально. А вот я мастера, вот хз как пройду. Опять этот водослифт, он так называемый. Чё? Да так, мысли вслух. Кажется, я знаю, что это за такое, да? Такая гонка, это турнир на выбывание уже. Последняя гонка, это турнир, как всегда, по-моему. Угу. Их будет, блин, несколько еще. Ага. Конечно, заявление пацана с, типа, с этим, с переснятием этого Split Second. Да ну нафиг, лучше уж. Лучше, если уж перепроходить, то ПК-шку не снять. На компьютере потом пройти. Да, это пусть будет PSP-шник. Какой есть, такой есть. Я это
Не, нафиг. Не хочу переделывать. Кстати, сравнить компьютерную PSP-шную. Да, там нечего сравнивать, я вон смотрел Open Games. Ну, конечно, ну что там сравнивать? Менюшка другая, PSP побольше, потому что там экран маленький, как телефон. Ну, PSP графа на минималках считает. И что? С прицепом нет? Да, и тачки постом открываются, какие-то, которые пока открываются в начале, в PSP откроются в самом конце, как, например, кабрити. И все, больше не нет. Вообще не нет. Как Fatal 2 и Fatal 3 Atom. Казалось бы, одно и то же. Мой режим Carnage добавили, как-то на него снизили. Кто-то еще говорил, что это портал для элиты. Угу. Кто, ванпоинт? Вообще-то портал этот весь могут, все могут скачать, если PSP есть симулятор. Вот портал 0 дней, это действительно для элиты. И то я бы поспорил. Но пока он есть. Тот же первый, второй. Ага. Лапу брифовать. А чё звук такой был? Блин? Блин? Да-да, был. Я согласен, сейчас гляну, сейчас. Самое отличное заставку на видео сделаю, посмотрю, что за наркомания. Он. Название. На видосу чуть-чуть. Так. Нумерацию указать. Угу. Это пятый из серии, кстати. Причем испарил. А вот номер 4 для 14-го выкладывал. Номер 5. Бля, ровно через 10 дней. Это будет для 9.0080. Да, когда ты просто нефиг было делать, врубил телефон и сидел у форточек снимал. Теперь обратимся к лучшему дискорду. Новенькие. О, а кто-то чел пришел, что ли? Да, по кайфу. Тимати в сети. Да ну его, не надо. В сети. Just what у вас с вами сидит. Не, нам и здесь хорошо. Может сюда пикселя пригласить? Да не надо.
Сереги новый админ. В смысле? Кто? 999 IQ. А это кто еще такой? Я не знаю, я не спрашиваю. А чё, меня не представили? А я вообще ничего не знаю об этом. Кто это такой вообще? Может какой-нибудь там... Может какой-нибудь там... Это придурок. Тима на месте. Дэнжик на месте. Революционер. Опасен. Друг СДФ-46. Ютуб МТА КСГО. А я, кажется, понял, кто это. Переименовался. А, это этот, Рома. Это Спрайтс. Это Спрайтс? Блин. Я забыл вообще, что он есть. Это Спрайтс. Блять, я подумал, кто это такой? Ему делать нехрена. Кто же еще может быть, кроме того, Спрайт зеленый? Исполин тебя печатался? Ну вот, стримит. Какой-то сатана там в основном канале. Какой-то. Вот именно. Вот именно какой-то. Мы его не знаем вообще. Не, я с ним базарил на маленький. Я его не знаю. Ну все, все выбыли, я выжил один. Очень хочу сегодня выложить видос конкретно поездки по Крымскому мосту. Хочу посмотреть на все. Так он у тебя не подписан. Он же не подписан, по-моему. А я все равно буду сейчас разбрасывать по группам, по всем, по самому. Перед съедом, по-моему, видит стопудняк. Если он, конечно, из беседы не вышел. Он там, я видел, что не так ходил. Он все время выходит оттуда. Да мы его к чёрту. Что тогда, когда проходнение писал, типа, карбоном, блин, писал, что, типа, круто, но, типа, лучше уж без гэта. Не, чувак, обойдешься. Одному записывать не скучно, просто. Что? Какая-то ссылка на какой-то видос, ошибка доступа, что? Кого? Кто присылал? Чё присылал, кто? Надписи залипли и ссылка. Это что, простите, сегодня в 10.16. Кто присылал? Кого? Что такое?
Что за хрень? Ты о чем вообще? Я, кстати, там отправил кое-что. Там вот должен был быть видос или еще какой-то наркомания. Что, ты вообще здесь сидишь? Понятия не имею, что-то все молчат. Альба там, наверное, снаружи заключил. Оксана почему я вообще понятия не имею? Не знаю, честно скажу. А может они все свалили, а тут остались? Но я имею в виду, Альба не свалить не мог, а... Сама куда делась? Не знаю, вот честно скажу. Слышал, на Альбу тут сказать пытался. Рыкса седьмая вот врезалась. Да, вот, я тут вообще-то демонстрацию экрана врубил, если что. Менялась система добавления видосов, короче. Это где? В ВК. Теперь нужно не ссылка, а теперь нужно еще нажимать добавить видеозапись, добавить по ссылке, и хрен узнает оно, если еще раз, не, в видеозаписи оно еще раз не добавляется.
Чего? Ага. А ты чё, типа, надо отдельно, что ли, добавлять? Не знаю, сейчас разберём. Нажимать добавить и... Чё? Типа, по ссылке. Ага. И только тогда добавится. Угу. А ссылки, если просто ссылку ставишь, он теперь как ссылка добавляется. О, дураки. Я почему? Я когда ссылки это... У меня видосы, как видосы продолжаются. Значит, в Крыму эта хрень начинает чудить. У меня только стримы, как эти... Как ссылки отображаются. Склеиваю, как раз удалил. Скампа, пошли залить. Сейчас подумаю, что еще можно залить. Это мысли в сумку, так вот, подложили. Ба-ба-ба-ба. Свидетельство, лишь не видосы, вот это было. Ну, сокращение. Бот даже не сократил. Да-да, там... Альбер, тебя сквозь шорохи не слышно. Да его не слыхать. Да потому что я с выключенным микрофоном постоянно. А что так? Да потому что я со включенной демонстрацией экрана в Skyrim играю. А, сейчас гляну тогда. Видос поставлю. О, вот он этот видос. Ну давай, а если не играл Марк, посмотрим, что по звуку оставишь. Это, скажем, полутый. Типа ты ехал по мифу, да? Да. Это очень такой миф, осязаемый. По которому уже поезда ходят в тестовом режиме. Миф. Интересно, Сеня реально был в бою, блин, прикалывается? А что не бабу не с розовыми волосами сделал, Альба? Ай, даже не знаю. Так, короче. О, прошел. Золото здесь. Я уже все эти видосы какие на это на снимал. Я не хочу делать с розовыми волосами, потому что из этих розовых волос потом получается анимешное лицо, что мне не особо и нравится. Ну ладно, ладно. Оксан, ты здесь, не здесь, я не слышу ни хрена. Я вот понятия не имею. Да здесь вот что-то. Кто-то отписался и хрен с ним, короче, не замачивайся. Ну да, все. Они-то заканчивали поезд, просто
А, Данил, хочешь поржать? Короче, на стену добавляется видос отдельно, получается. Добавить видео, но он добавляется отдельно. Ну да, я так, а так всегда и было. Там можно галочку типа публиковать на стене. А что? Не, я один не похож был. Во, сейчас грузится, так называемый Миш, как там Сеня вещал. Сейчас он тебя покушать. Сеня... Гэт, зацени небо. Сейчас. Холмс, Алекс, Альбо, и вот сейчас мы видим. 3 секунды. А, да сойдет нормально. У нас такое в реале бывает периодически. У нас такое в реальности бывает. Кайфовое небо. А что там за игра такое есть? Ты про что вообще? Знаешь, мне тупо не нравятся эти статуи. Ну пипец теперь. Что, я нажимаю на эту ссылку, меня никуда ничего не перекидывает. Меня вверх группы. Меня вверх группы швыряет и все. Ну что за... Ну пишет, ошибка доступа. Видос, видать, удален. Я так понимаю. Если ошибка доступа, то походу... Удален. Не буду прибираться, если видос там автолуки, но ты не знаешь. Нален не решили там? Хамен Сивыча в фильтр. Это. А зачем? Что там? Что-то такое, что ли, было? Не знаю. Я супер рисовый фильтр сделал. Что он все проверяет, даже не негативную. А? Кого? Альба пишет, приходится стараться, а то с ней отдуваться за всех 100 слов, матерное слово, что сидят в этой группе. Не оскорбляй людей. В смысле, там не матерное слово? А болтус это как бы уменьшительное, ласкательное, обзывательное. Ладно, оставим все комментарии, короче. А, кстати, я там сообщение посмотрел, там значится как непрочитанные эти все, которые придут и писали. Угу, я, например, не читал вообще.
Вот, все, все комменты восстановлены. Да. Например, почему машина не перекрашивается, еще какие-то там комменты. Ну, сообщение. А, нет. О. О, комменты восстановил. Нет, не, можешь посмотреть на экран? Сейчас, 3 секунды. Просто... Хочу тебе кое-что показать. И что это такое? А, ну сейчас ты посмотришь. Смотри, я просто отвернулся, да? Ты видел то, что те статуи, они в разные стороны смотрели, да? Ага. Я, кажется, понял. Так. Значит, нужно вот так вот сделать и дальше смотреть, что будет происходить. Ну. Видал? Эта ага. Статуя сюда. Эта статуя ко мне повернулась, хотя она куда-то туда вообще смотрела. А высшие статуи, значит. Мне вот эти статуи вообще не нравятся. Которые поворачиваются на тебе, когда ты на них не смотришь. Да-да, это именно так работает. В этом мире, конечно, можно поделать кучу скриншотов, но, блин, все тупо очень сильно ограничивается. Ой, блин, я же тебе должен был еще этот... А как ты смотришь на то, чтобы я тебе за торрент передал? Ну потом передашь, когда я дома буду. Скинь тогда в личку в ВК, потом скажите. Там еще в личке, это как в группу там... Ну там тот самый мимас про 15 ССМ. Что это такое? Там придурки какие-то. Ну, какой 15 см? Да имеется в виду это... Помнишь, эти придурки с тобой мимасы делали? Ага, да по барабану. Это уже как с Булкиным. Ага, чтобы я был похож на Булкина. Не, имею в виду, как это, там тоже же с ними массы делают. Иногда. А что? А пусть делают, это они рекламу делают мемасами. Вот сейчас у Сени будет Нивка. Нив, блин. На собой пятая точка стоит мифом. Так и напиши, да, я катался по мифу. О, я чувствую, будет жесть по мифу. А ты не веришь. Угу. Это у нас получается лог номер 6. А, это еще могут там быть, где еще не все. Там я был уже номер 6. Там нет. Вот сейчас будет мощный, я отвечаю. Понял?
и в ЛТшную. Всю в ЛТшную накинь. Модуль стали, экспорт, гонки. Так, другой в ЛТшную, другую копию открытую взяем. Смотрим, позвонилось, да, вот последний гонка редактированная 6.15.1. Да, вот он 6.15.1, 6.15.1, всё. Ага, что там в ЛТшнике сохранить? Ну, пока на задний план. А этот ВЛТшник основной где-то химичу. Так. Короче говоря, введённый чего? Это что за перевод такой? Введённая пена под рамник. Господи, что это? Мозговыносящий перевод. Что, блять, это такое нахер? Ну, указывай, апгрейд производительности. Шасси. Ай, тут уже уши болят. Шасси. На все тачки поставлю как раз. Вот это улучшение. Ну и дает тоже цель. Прокачаю. Шасси. Так, Weathermaster. Интересно, что это за фигня? Там где-то бонусный еще должен быть. А, бонусный автомобиль его. Опаньки, открылся, прикинь. Додж. Да. Нахрен он нужен, правда, мне? От него толку ноль. Я говорю, две коллекции, походу. Чисто. Только мне кажется, что-то здесь не хватает. Субаря не хватает. Ты так не думаешь, говорит, споря не хватает. А, и Skyline не хватает, не забудь. А, и Skyline тоже не хватает. Skyline тоже, да, не хватает. И тоже заметил. Че? Мьешься. Представляю, как осенний смотреть будет, и в описании пишу. Ну ладно, у меня выбран этот, как у корвет, ну ладно. В следующий раз Skyline выберу. Что за фигня? Ого. Там по той ссылке ничего не открывается, к сожалению. Так. Комменты Альбо восстановлены, если чё. Что за белый экран на демке? В Альбе это шо? А, ясно теперь. Мне, видать, лагануло. Да-да. Что с тобой не так? Прикалываюсь.